что вот у меня вот башен, башен и стен. То есть по стенам у нас можно сейчас прогуляться. Если... Забор установлен. Интересно, шпиль. Да, устанавливают шпиль мой вертолет. К следующей годовщине, 21 сентября, храм привести полностью в порядок. Он у нас храм отапливает, потому что соседний храм Успенский, он у нас колодец. И там мы восстанавливаем, но с учетом того, что там фрески, мы пока не очень понимаем, можно его делать теплым или нет, Вячеслав Павлович. Лучше здесь распишем. А здесь мы его сделаем, распишем, на следующий год мы кибель, ну, 5 часов, 35 лет обязательно. А был посвящен прибыл, или нет? Нет. Нет, у нас храма Дмитрия Донского нет вообще, поэтому мы подумали, что будет праздник, если будет храм Дмитрия Донского. Я первый раз вообще, сколько раз бывала в Туле, первый раз услышала, что здесь Кремль такой. А то, что он в таком виде, это, вы знаете, это то, что мы говорим, когда есть душа народа, это вот как раз история душа народа, и то, что она в таком виде будет представлена, и самое главное, что впереди большие планы. Мне кажется, это будет такая изюминка города Тулы, учитывая, что изюминок много и истории много. У нас работы будут завершены полностью к 9 мая следующего года, к 70-летию Победы. Мы планируем основные работы по благоустройству завершить до Дня города. Но после Дня города в октябре еще у нас будут посадки деревьев, у нас еще много здесь будет работ. Ну и, соответственно, до конца года должны полностью взять в тепловой контур вот эти два бывших здания подстанции, которые сегодня находятся в реконструкции. Ну и это будет самый крупный музей Тулы, потому что, ну, после, наверное, нового музея оружия, потому что он больше, он 14 тысяч метров, а здесь будет более 7,5 тысяч метров. И мы сможем представить туликам все запасники, которые у нас есть сегодня и которые мы по причине нехватки площадей не показываем. Все будете видеть здесь, все будет у всех туликов будет возможность все это посмотреть. Ну и, конечно, торговые ряды. Будет центр притяжения. Мы ожидаем, что количество посетителей должно быть в год в Кремле не менее 500 000 человек. Дорогие ребята, дорогие щекинцы, сегодня у нас у вас праздник, сегодня району 90 лет, и у меня очень хорошая компания, я в компании двух олимпийских чемпионок, Ирины Рудниной и Ольги Слюсаревой. Давайте их поприветствуем еще раз. Сегодня мы открываем новый спортивный объект для ребят, да не только для ребят, он в принципе нужен для всех, для малого и те, кто постарше. И, конечно, очень здорово, что сегодня на это открытие к нам приехала Ирина Роднина, Ольга Слюсарева. Это действительно наши легенды, людей, которых мы знаем, любим. Поэтому хочу на их примере, чтобы у нас вот такие объекты, таких объектов становилось больше. И вы помните, да, что олимпийские медали у нас начинаются с начала тренировок во дворе. Потом тренировок в каких-то уже спортивных командах, районных, областных, потом наших федеральных. Но для этого нужны вот такие объекты. Там, где ребята могут заниматься круглый год. И таких объектов мы будем строить все больше и больше. Несмотря на то, что нам это не просто дается, у нас денег не хватает, как всегда. В общем, денег, наверное, ни у кого не хватает. Вот. Но все равно мы такие объекты будем строить. Поэтому я вас всех поздравляю с юбилеем и желаю вам всех спортивных успехов. У вас юбилей, но и всегда очень приятно, вот, когда открываются такие объекты. Любое новоселье – это большой праздник. Теперь главная задача, это уже ваша задача, чтобы от этого красивого дома здесь пошли хорошая работа, хорошие плодотворные тренировки.